25 грамм на каждую ножку. Катаем конус. Здесь мы делаем место для нашей, как бы вот этой, не знаю, что это у них там, лапка такая интересная, делится на две части. Потому что мне кажется, она и так довольно мощная будет. Зачем нам такая гигантская лапища? Я же уже немножечко тоже это, как его, как сказать-то, ё-моё, апгрейд прошла. Уже это были, видимо, очень давно у меня эти черепашки, честно говоря, не помню, когда я их делала даже, наверное, год назад. Как-то в последнее время не везет мне как бы вот таких вот мультяшных черепашечек. Вот. Видно вам, да? Может быть, я пониже камеру поставлю. Вот так, чтобы получше вам было видно. Ну, сейчас, если вам кто не видел, я повторю еще раз на второй ножке. Мультяшных как-то вот, кстати, реже заказывают. Как-то детки либо смотрят, как-то мультики показывают мне вот это вот с такими злыми черепашками. Ну, я их так называю, злые черепашки. Они говорят, нет, они не злые, они что-то такие типа есть. А мне кажется, что они злюки-бобрюки. Вот эти вот анимешные такие, мне нравятся больше. Ну, в любом случае, их можно переделать и... Лицо сделать немножко по-другому, так как надо, а тельце оставить можно и поотсюда, ПМК. Спасибо большое, спасибо, я очень рада, что понравился Дед Мороз. Кстати, Дед Мороз реально пошел в массы. Вот так вот. Потом мы будем делать им всякие вот эти завязочки. Но пока не буду к ним возвращаться. Мы сейчас сразу сделаем все необходимое. Потом пойдем уже везде завязочки клеить. Так. Так. Катаем мы такую шейку. Сильно толстую не делайте. Такая нам сильно толстая не нужна. Да, я понимаю, что, к сожалению, у нас Россия огромная страна. И не у всех попадается... Время эфира, ну, как бы, не подходит, но как-то 8 часов такое оптимальное, я смотрела по просмотрам, то как-то вот это самое такое оживленное время на моем YouTube-канале. То есть, либо это раннее утро, либо это уже вот такой вечер. То есть, как-то больше всего. Спасибо большое вас тоже с наступившим Новым годом. Говорила, что вот было очень много поздравлений. К сожалению, не всем смогла ответить. Не всех поздравила, опять же, но, говорю, очень было много поздравлений везде. Всем, кому смогла, как бы, кто попался в то время, когда еще отвечала. Но все равно заранее всем хочу сказать спасибо. Надеюсь, все увидят, что я вас тоже всех поздравляю. Так. Наше тельце. Хотите, я вам даже замерю примерно, какая у нас будет высота. Потому что... Так вот. Я вижу, то есть от начала до конца у нас 7. Ну, грубо не 7, 6,5 сантиметров. Может, кому-то пригодится. И ножки 6 сантиметров. Так, сейчас я, наверное, ставлю сюда зубочистки, я потом попозже поставлю на пенопласт. Может, фигурка выше была? Ну, руки у них тоже вот по вот этой анимешной картинке, если судить, то у них тоже такие мощняцкие, как и ноги. Мощные ноги, мощные руки. Ну, так что руки, я думаю, что мы с вами оставим все-таки такими. Да, но сейчас я не хочу делать как бы сильно узко к плечам. Мы сделаем такие мощные ручки. Так вот. Ну, девочки, рассказывайте, как вы отдыхал, кто-то работал. Я знаю, что многие работали. Я говорю, я как самый главный лентяй решила сделать себе выходной. И тупо отдыхала все 3 дня. Выключила соцсети. И все, была дома с мужем. Потому что он всегда обижается, что я везде есть, кроме того, как побыть с ним. Поэтому говорю, что многим не отвечала. То есть писали мне и поздравляли. Еще раз хочу сказать всем спасибо за поздравления. Тоже вас всей души поздравляю с этим праздником. Тем более это мой год. Я надеюсь, что он у нас будет реально очень интересный. Ну, видимо, все-таки это судьба, да? Как раз к началу этого года начала я по-настоящему заниматься своим ютубчиком. Хотя, повторяюсь, я уже практически его бросила.
Ну, судьба меня свела с девочками, и они меня так вдохновили, что я все-таки решила опять заниматься моим каналом. Итак, делаю такую мощную руку, я особо тут не буду химичить ничем, потому что у черепашек не будет чего-то в руках. Но если вы захотите делать руку, на второй руке я покажу, как ее сделать, как бы, чтобы в ручках они что-то держали. Спасибо большое, я очень рада, реально Дедушка Мороз пошел в массы, он очень многим понравился, я говорю, видела его в Инстаграме очень много. И олененок, вот олененка не видела, кстати, вот, ну только если девочки кто-то отмечали меня, так в ленте не наблюдала. Взяла я на голову 37 грамм. Так, я сейчас смогу только сказать то, что мы делали. Так, на ноги я брала 25 грамм, я помню, мы исправили. На тело я взяла 30, на руки 14, а голова, вот сказала сейчас, 37 грамм. Меняю все по ходу, потому что по старым записям вообще какая-то фигня выходит. Да, я спала и первого, и второго, я вообще как сурок такой была, я проснулась, как в мультике, поели, можно и поспать, можно и поесть. Вот, итак, смотрите, взяла я 37 грамм, видите вы, да, вытягиваю я вот здесь мордашку, здесь мы место оставляем для нашей маски. Голову мы сильно большую не делаем, потому что по анимешному мультику, по анимешной картинке у них очень мощные ножки, ручки, небольшое тело и небольшая голова, но большие глазки. Так. Вытянули маску, у меня будет оранжевого цвета, потому что этот цвет у меня есть. А так, в принципе, я леплю черепашонка, который был в фиолетовой маске, но мне кажется, это вообще не важно. Так, сделаю повыше. Так, камеру. Так, 11 грамм. Сейчас я все сниму, чтобы у меня тут все не поразваливалось и не подеформировалось. Итак, мы прикладываем сразу наш панцирь. Если у вас плохой липкий слой, то значит клеем. Все это дело клеем или водичкой, чем вы пользуетесь. Я не буду ничего клеить, потому что у меня хороший липкий слой. Итак, вот приложили наш панцирь. Это тот, который у них светлый впереди. Вот видите, да, ну вот к сожалению, я говорю, что вот разница Россия большая и с другими странами тоже у нас разница. Смотрите, девочки, то есть вот это все спрятано у нас. Сильно большой панцирь делать не буду. Сейчас мы его пересмотрим. Нормально, больше не надо точно.
говорится, вода в ушах, и все. Вроде показали, в то же время ничего не зацепилось. Я надеюсь, что после моих видео у вас все остается в голове. Так, сразу. То есть, смотрите, вот сейчас мы будем делать повязку, нам не надо, чтобы тут болтались, мы их потом отдельно сделаем. Главное, чтобы у нас завязочка, ну, по голове хватило. Открыла для себя сухие красители, и после этого я перестала покупать готовую. Я всегда все делаю сама. Вот видите? Можно и более длинные сделать, вот эти вот завязочки. Как хотите. Так. Моя улыбашка. Вот она стоит, красавчик.
заполняем пустоту. Ну, я говорю, это не обязательно, тут уж совсем такой маленький край, там уж не видно ничего. Этого делать там уже не столь важно, не столь нужно. Вот такая у нас черепашка.